кстати, по первости, да, мы как-то, ну, что называется, горе сближало нас. Ну, а потом проходили годы, и когда мы понимали, что бесполезно что-то делать, все равно никакой правды не узнаешь. Ну, как сказать, наверное, просто, чтобы не ворошить прошлое, как-то мы друг от друга отошли. Ну, мы вспоминаемся друг дружку, там, помогаем, но уже такой близости, как раньше, нет. Ну, наверное, все, что не происходило, от нас скрывали. И всегда на все были готовы такие официальные уловки. А авиакатастрофа — это более чем красивая легенда. И никто нам не мог объяснить, что это был за полет, для чего. Ну, во всяком случае, откуда мне знать, если даже руководители ничего не могли объяснить. Все, мы до сих пор вот, долгие годы находимся в сплошном неведении. Все случилось, как в страшной сказке. Наши мужья пропали по взмаху волшебной палочки. Злого волшебника. Наверное, все, что не происходило, и всегда на все были готовы такие официальные уловки. А авиакатастрофа — это более чем красивая легенда. Мы до сих пор вот, долгие годы находимся в сплошном неведении. Все случилось, как в страшной сказке. Наши мужья пропали по взмаху волшебной палочки. Злого волшебника. Ну, знаете, по первости, да. Ну, что называется, горе сближало нас. Но уже такой близости, как раньше, нет. Ваша реакция на тот фильм, который мы только что вам показали? Эти люди пропали без вести в космическом полете. Об этом знают все. В каком смысле известно всем? Ну, многие, которые связаны с космическим полетом, они знают эту историю. И даже американцы это знают. Ну, ракета, она... Чтобы она взлетела, нужно присутствие 700 человек. И очень много людей видели, которые видели, как космонавты садятся на борт корабля. Привет. Ракета, понимаете, она не может взлететь секретно. Это просто невозможно. Она ракета, она ее видно всем. Qu'est-ce qu'il est advenu de cette navette, selon vous? Ну и по-вашему, что же случилось с этим кораблем? Ну, во-первых, эти события произошли более чем 30 лет. И возвращаться к тем событиям, которые произошли тогда с космонавтами, когда можешь даже представить их, что же с ними случилось, просто по спине холод пробегает. И я думаю, строить догадки просто, не зная о чем. Что же случилось? Это вы просто, я точно знаю, что никто не знает этого. Но то, что они не возвратились на Землю, вот факт. Это факт. Ну, каким это разным стуком? Ну, одни утверждают, что это был полет, связанный с полетом первого человека на Марс. Другие утверждают, что это был... полет с военной целью. Даже речь заходит
об американском шпионаже. Другие говорят, что это был полет самоубийство в научных целях. А третье, вообще есть... Я слышал сам, что вот жители Кольского, они получили... В конце концов, итог их исчезновения. Шындығына келсек, олардың ұшуға ешқандай қасы жоқ. Ал мына сіздер айтып отырған фильмді алсақ, әрине мен ол фильмді жатқа білем. Бұл Америка құрама штаттарына қарсы жасалынған дезинформацияға. Бұлай жеткенде олар сескендіруге алған беттерінен қайтуға жасалынған пропаганда. Ал фильмнің өзіне келсек, олай шейін өтірік. Бірақ шындық ол адамдардың қаза тапқан. Ал ол фильм түскеннен кейін де ол кісілер көп уақыт өмір сүрген жоқ. Қаза болды. Ал бірақ олардың із түссіз жоғалып кетуіне бұл фильмнің ешқандай да қатысы жоқ. Түркістан, Шымкент, бәрінен келіп сол кісіге сиынат, үй сап қойды. Біреулер ауру адамын әкеледі, молда әкеп жаңағы осын. Как капиталистическая система у нас. Раньше был это социализм, теперь капиталистическая система. Да. У каждого есть земля, участок. Скот держится, баран держится. Все это живут. Койдың, сиырдың, етің, өзінің, қазақтың ұлттық тағамы бар ма? Бес бармақ. Дәл сондай қылып жасайды. Қайнатады. Жаңағы түйені сояды, сойғаннан кейін әдемілеп өзің бөлшектеп салады да қазанға. Сосын қамыр салып, кәдімгі сиырдың, қойдың, жылқының еті сияқты қылып пісіріп жейді. Оның дәмі олардан артық болмаса кем емес. Сонда жақсы. Жүрегің